Рефери в центре, кубок на помосте. Сарарка вступила в битву за Братину. В этот вечер переполненными были не только трибуны, но и вип-ложи, где помимо традиционных гостей в лице директора клуба Аргана Нигматуллина и представителей местной власти присутствовал премьер-министр Республики Казахстан Серик Ахметов. К слову, будучи акимом Карагандинской области, именно по его инициативе был заложен первый кирпич в строительстве нового ледового дворца Караганды-Арена. Что касается матча, то Сарочка выдала очередной классный матч. В этот вечер именно класс и высокий уровень мастерства был очевиден. В нападении карагандинский клуб старался действовать творчески и часто старался удивлять оборону Тароса, что, к слову, неплохо получалось. Уже на 16-й секунде матча Илья Малюшкин зажег первую сирену в матче. Эта шайба придала огромный заряд уверенности и без того настроенным хозяевам. Спустя 8 минут с передачи Кокуева и Игнашкина Малюшкин оформил дубль. Но гости не стушевались и тут же через 40 секунд сократили разницу усилиями Артема Гореева. Еще до перерыва Данилин забросил третью шайбу, обозначив самые высокие претензии хозяев как минимум на этот матч. 3-1. Команды ушли в раздевалки. Во втором периоде была заброшена лишь одна шайба, которая, к слову, стала и последней в этом матче. Ее автором стал Семен Кокуев. В последней 20 минутке хозяева уверенно довели матч до победы. В игре хочу сказать, что хорошо, что мы выполнили установку тренера, поэтому результат сегодняшней игры положительный. Самое главное, что сегодня выиграли и серию начали с победы. После матчевой пресс-конференции главный тренер Сарарки Андрей Кирдюшов отметил большое влияние первой шайбы, которая была заброшена на первых мгновениях матча. Финальная игра, накал борьбы очень высок. Скажем так, от желания лед плавится. Удачно забили первую шайбу, быстро первую шайбу, которую все делали уверенно. Где-то раскрепостились, повели в счете. Это очень важно в финальной серии. Во втором периоде немножко отдали инициативу сопернику. Но выстояли. Ну и третий просто засушили, так и игру. Остался еще один матч перед вылетом в Россию, где будет совсем другая атмосфера. Настало время подвигов. Если Сарочка сумеет забрать хотя бы одну игру на выезде, то все станет намного проще. Пожелаем удачи нашим хоккеистам. Кубок уже близко. Берег Апаров, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.